Друзья, один из вариантов крепления панели – это подвешивать их на тросики. При наличии железобетонного покрытия, видим здесь ребристые плиты покрытия, можно крепить, и мы как раз рекомендуем крепить в боковое ребро ребристой плиты. Здесь мы видим, вот сейчас повнимательнее, поближе, просверленное отверстие в ребре, сквозь него протянули тросик и уже внизу закрепили талрепу. Талреп – это такой вот, видим, крюк на конце, кольцо-крюк, который крепится как раз конструкции панели для того, чтобы регулировать уже точную плоскость панели. Но отличное решение, когда мы крепимся именно в ребро, а мы должны иметь шаг креплений не дальше, чем 3 метра должны находиться оси друг от друга. И не надо ничего наваривать, никаких дополнительных конструкций металлических, как иногда часто, ну, вернее, как часто предлагают монтажники. И мы имеем возможность подвешиваться к потолку непосредственно к железобетонным ребристым плитам. Данное решение позволяет значительно сократить стоимость крепежных элементов, поскольку панель вписывается в технологическое оборудование по нагрузкам. Вес погонный метр панели с водой составляет около 5 килограммов, поэтому 6-метровая панель имеет вес около 30 килограммов. Нагрузка на ось, поскольку должно быть три оси, одна начальная ось, одна конечная и одна из средних точек, сразу с расстоянием не дальше, чем 3 метра друг от друга. Нагрузка на ось составляет там 30 делим на 3, 10 килограмм. Вот, соответственно, вы видите, какой тип крепления, какая нагрузка, как распределяется. Это вариант крепления к железобетонным ребристым плитам. Вместо троса это может быть цепочка. Такое решение часто у нас тоже нашими заказчиками используется. Длиннозвеневая цепь, в которую вставляется карабин, и уже карабинчик цепляется к конструкции панели в поперечную связь. Друзья, остались вопросы? Задавайте их под этим видео, мы с удовольствием ответим на любые вопросы касательно монтажа, производства, подбора системы теплопанели.